наших любимцев. Еще раз аплодисменты. Поехали. Все мы знаем, что Россия начинается с таких городов, как Батайск. А теперь представьте, с чего начинается Кость. Всем привет! На сцене команда КВН «Дикий Западный». И мы подставляем шестую школу. Может, не подставляем, а представляем? Нет, я читал сценарий, мы подставляем. Так, пока не начали. Артур, можно вас? Дайте-ка мне посмотреть текст. Чего там у тебя? Понятно. С кем играешь? Ладно, сама найду. Один. Убил. Ай-яй-яй, Константин Иванович, вроде взрослый человек, а все еще однопалубники по краям ставите. Катя, вернись. На, хватит, прекратите. Ты это кому? Я это волосам, хватит, не растите. Так, а где второй? Ладно, вы что-нибудь подготовили? Конечно, обижаюсь, слышь. Миниатюра мачо. Мачо. Вот из-за таких, как вы, к нам в поезд никто не хочет приезжать. А между прочим, знаете, какое впечатление оставляет после себя поезд? Вот как вам объяснить? Фу! Что это? Вот! Нам нужно поменять впечатление о нашем микрорайоне. Никита, просто помой руку. Да я знаю. Так, чтобы сегодня победить, нам надо быть дерзкими. Жесткими. Сильными. Нервными. Наглыми. Да. Еще на дне. Слышь, пацан, займи-ка сарь. Да, откуда у тебя? О, так, понятно. Пока лишнего не наговорили, мы начинаем. В школе, когда садишься на первую парту, есть вероятность того, что тебя будет трогать учительница. Итак, представьте. Записываем тему нашего урока. Значит, 18 декабря 1851 года. Так, Иванов, будешь разговаривать, я пересажу вас. Можно пересадить меня? Сидеть! Значит, продолжаем записывать тему урока. Венеция – лучший город для любви, но не для погони. Шеф, сатая лодка! Шеф, вы что, не слышите? Сатая лодка, быстро! Смотри, что можно. Класс у тебя, батя! Дороги в Косуге после дождя. Такси, такси! До центра не подкинешь? Садись. Учительница.
Это она кому? Я не знаю. Я сказала, встал и вышел. Братишка, это она, походу, тебе говорит. Встал и вышел. К директору. Минус один. Наш изначально 30 было. Продолжаем. Ой, продолжаем записывать тему урока. Батайск, конечно, продвинутый город, но не настолько. Кать, ты можешь только дефектно объявить? Батайск, конечно, продвинутый город, но не настолько. С вас 507 рублей 58 копеек. А можно часами оплатить? Часами? Минутку, я уточню у своего тапочка. Набираю номерок. Алло? Не отвечают. Странно, очень жаль. Девушка, что вы себе позволяете? Позовите туда администратора. Галя! Галя! Галя, да выйди уже! Да что такое? Я почти собирала свою коллекцию троллей. Что тут у вас? Мало того, что у вас цены непонятно какие, так мне еще и хамят. Ясно. Вы что, ничего не сделаете? Я и так сюда пришла. Этого что, недостаточно? Так, несите сюда книгу жалоб. А в лицо сказать, слабо! Женщина, отойдите, от вас селедкой воняет. Вообще-то, это скумбрия. Я пожалуюсь куда надо, вас тут всех уволят. Валера, план Б. А что это у тебя было? На камерах все есть, на камерах все видно. Суши, сухари. Кстати, тут сумочка по скидке. Взять не хотите? А где Катя? Да она гадалку пошла. Да сама ты сдохнешь. Это она тебе нагадала? Нет, она нагадала, что мы сегодня победим. А почему сдохнешь? А, да она мне это сказала, когда я платить отказалась. С вами была команда КВН. Дикий Запад!